Привет, мой любимый зритель и тот, кто зашел впервые на канал Позитив Вселенной. Сейчас вам расскажу байку, которая называется «Санта-Клаус». В городе Н царила новогодняя суета. Люди бегали по магазинам, суетяно набивали свои сетки, сумки, всякощащины. Из магазиновских витрин подмигивали им фонарики. И шел тут вечно в негативе Никита Харитонов. Он зверски ненавидел Новый год, потому что он был не из благополучной семейки. Когда он был маленький, он вспоминал, он всегда боялся выйти, потому что мама с сожителями постоянно занимались какими-то оргиями. И было у них очень всякое бухло. Никита все в шоке. Попутанный ненавидел этот Новый год и думал, что люди набирают столько еды, что, блин, за один день они все это схавают и все. И тут он сталкивается с каким-то дедом, смотрит это и орет ему: «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода изыватый, ты подарки нам принес, пидорас горбатый!» И показал ему фак и побежал. Но Санта-Клаус что-то улыбнулся сквозь взгляд и что-то пробормотал. Ну, Никита пришел домой, мама говорит: «Заходи, сыночек, там я приготовила оливье, наклала на стол, садись, попей». Он просто: «Да пошли вы со своим Новым годом, я его ненавижу!» Упал на свой диван, промятый матрас валяется, врубил на всю катушку сектор газа. И тут заново мама заходит, говорит: «Сыночек, проходи». Он говорит: «Да пошли вы все!» Одевает свою косуху, зверски открывает дверь и выбегает на улицу. И тут слышит, начинается бить куранты. И люди начинают орать. 10. 12, и тут зверски заболела щетина, начинает колоть. У него начинает прорастать борода. И борода почти что до самого пола. Он стоит в шоке. Такой: девять, восемь. Он смотрит, у него красный плащ стал кровавого цвета. Он попутанный. Такой: блин, что это такое? Семь, восемь. Он падает, такой: люди, помогите. Шесть, пять. Тут начинает что-то у него в голове меняться. Он вообще в шоке. Он не поймет, что с ним происходит. 4-3. И он становится маленьким ростом. Он не может пошевелиться. И все гигантское возле него на детской площадке. Звери, они как будто динозавры с юрского периода. 2-1. Он падает намертво и смотрит глазами на небо. И только может мыслить: я ненавижу этот Новый год, я ненавижу этот Новый год, я ненавижу этот Новый год. 1-2, и он упал замертво. Провалялся в сугробе всю ночь. И тут бабушка, дворник, Божий одуванчик, шла, подобрала его и поставила его дома возле елки. И с тех пор он стоит и смотрит с одними мыслями: я ненавижу этот Новый год! Ладненько, пока. С вами, как всегда, был Позитив Вселенной. Улыбайтесь!